два поля. На одном поле мы сделали, это предшественник был горох, на обоих. Но в то же время предпосевная, ну как сказать, предпосевная, в основном мы рассчитываем на то, что у нас падалица гороха прорастет, и после уборки мы лущим гороховую стерню керрером в Адерштадт на небольшую глубину, где-то 4, может быть, 3-4, может быть, 5 сантиметров. И, в принципе, картина вот на этом поле, где мы, в принципе, в чем проблема, это была засуха. Была засуха осенняя, она началась где-то с середины июля, и дождей не было. И дождей не было, здесь был керрер, как предпосевно. Здесь же мы хотели выровнять поле, так как поле было само по себе невыровненное. На этом участке мы прошли топ-дауном, и, в принципе, мы нарушили капилляры. А глубина была, наверное, все же 15 сантиметров. И из-за того, что была нарушена капиллярность, мы здесь всходы очень долго ждали. Во всяком случае, мы думали, что будет дождь. Но дождь только выпал, наверное, в октябре, то числа, может быть, 20-го. В то же время я не вижу такой большой проблемы здесь. Хотя, конечно, по густоте поле, где работал керрер, где капиллярность была не нарушена, выигрывает. Я вообще на самом деле ожидал, что будет хуже. Но в целом, я думаю, что выпадов здесь нет существенных из-за мягкой зимы. Все будет зависеть от азотного питания и от весеннего кущения. Так в целом все неплохо. Я думаю, да. Поэтому просто такой был год единственный в моей жизни, чтобы осенью не было дождей. У меня есть так видео, где именно сеется это поле. Ну ладно.